Друзья, привет! Я к вам с новой игрушкой. Это спящий мишка. Вот такой вот спящий медвежонок. Это очередная игрушка из серии лежащих игрушек. Если вы помните, у меня есть спящий единорог, тигруля. Показать не могу, только на фото. Вот такой вот лежащий кролик, полюбившийся многим. Потом у меня есть лежащий Дина с дракончиком. Возможно, вы вязали. Есть спящий котик, лежащий на спине. И еще малыш-панда. Вот такой медвежонок. И сейчас вязался обыкновенный медвежонок. Просто. Я хочу вам показать, что на самом деле схемы совершенно разные. Принцип один. Игрушки лежащие. Но это два разных мастер-класса. Что я хочу сказать про этого медвежонка? Он достаточно большой. Видите, примерно 36-38 сантиметров. Расход 2 мотка основного цвета для Himalaya Dolphin Baby. Если используете Dolce, Yarnall Dolce, возможно, чуть-чуть побольше. Опять же, зависит от плотности вашего вязания. Поэтому нужно иметь про запас третий моток на всякий случай. Пузико вывязано, беленькое вот такое вот. И поэтому белого цвета надо еще иметь пол мотка с учетом мордочки и пузика. Задние лапки вот так выглядят, сердечки на лапках, сердечко аппликация. И поэтому этого медвежонка можно легко использовать в качестве подарка на День Святого Валентина. Медвежонок с сердечком – это классика, я думаю, знают все. Игрушка цельновязанная, как и все лежащие игрушки, пришиваются только элементы оформления. Это ушки, мордочка, хвостик, а все остальное – ноги, тельце, голова, руки – все вывязано одной деталью. Имеет очень такую приятную форму обтекаемую. Хочется обнять, потискать. Ну, как и, впрочем, все плюшевые игрушки, наверное. Уровень сложности я установила высокий. Почему? Потому что морда не такая, как у всех. Тут надо постараться, потому что нет возможности мне вам указать точно, в каком ряду будут глазки, в каком ряду будут бровки, потому что, видите, она расположена немножечко так сдвинута и невозможно отсчитать. Но я сняла много видео. Я сняла видео, как мы пришиваем ушки, каким образом, чтобы они вот именно таким образом у вас были пришиты. Как мы пришиваем морду, пришиваем носик, как мы вышиваем глазки, видео вывязывания рук, видео вязания ноги, вывязывания ног. Много, как всегда, видео. Я вас не оставлю один на один с мастер-классом. Так что, если вы хотите немножечко заморочиться и связать необычную игрушку, добро пожаловать за таким МК. Как всегда, первую неделю скидка, так что не упустите время. Добро пожаловать. И для тех, кто не любит игрушки с плюшки с закрытыми глазами, я продумала этот момент, и есть вот такая вот игрушка с открытыми глазами, связанными и пришитыми. Посмотрите, какая прелесть. Максимально безопасная игрушка для малыша. И согласитесь, вот с таким бантом это просто песня. Идеальный подарок на любой случай жизни. Добро пожаловать, приходите ко мне на сайт. На сайте у меня можно удобно, быстро, безопасно приобрести любой мастер-класс. Пишите мне в личку. Всех люблю, всех жду, ваша Елена Панцирова.